Алексей Бандуркин, город Липецк. Алексей. Догадаю, желание попроще. И перекрестившись, гляну на восток. Окрасится небо багряной зарею. И вечное солнце над миром. Сердцу такое, что жизнью моей не объят, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. И станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Прольется Христовой любовью, исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великому.